Дальше, дальше Клин. Держать, Петя, что его отпустил? Сыня! Тазом, тазом, иди к ногам, Петя, к ногам его. Двигайся, тазом толкай, Петя. Назад иди ко мне, вот держать, Сыня. Кстати, там. Держать, держать, держать. Так, а у меня здесь показывают. Так, осталось 5 секунд. Ипон, Торомате. Понял, да? Петруха. А, это Клин. Молодец. Петя, блин. Пусти. Дальше ноги, дальше ноги. Сбить партер и перевернуть. Сбей на колени его. Хорошо, держать! Держи, держи! Уходи, пацан! Ипон! Ипон! Петя, взял за пояс, бей его на колени! Переверни, удержание сделай! Взял за пояс! Ноги убери как можно дальше, бей его на колени! Еще раз по. Оп, блин. Мате колен. Хорошо подвернулся, просто остался. Как в боксе. Ударил и остановился. И получил в ответ. Колено 5 вторым номером работает. Вот, вот, правильно, ручку. Хорошо, молодец. И в другую сторону. За шею, за шею. Давай до конца, молодец. Локоть вытащи. Вытащи локоть. Локоть вытащишь, он ничего не сделает. Отпусти его. Смотрите аккуратно сзади. Время. Хорошо. Так, после этого 5 человек становится, и Оля делает 30 бросков. Саша, правую руку у него сорви. Правильно, держи его на красной зоне. Молодец, Юра, держи на красной зоне. Сразу шито получишь. Только не 5 секунд, секунд 7-8. Задушить. И мате. Хорошо, все. Хорошо, молодец. Андрюха остановился, мне кажется. Сначала нужно что? Соперника замучить. Побегать, сорвать захват. Тю-тю-тю-тю-тю, подсечками. Тык-тык-тык-тык-тык. Стоишь, ждешь. Стоишь, ждешь. Раз, сорвал. Оп-оп. И что дальше, Андрей? Андрюха, побегать. Подвигаться, подвигаться, подвигаться. Саша, шито, стоишь на красной линии. Ты должен стоять центру спиной.
Придержи ногу. Голову. Хорошо. Хорошо. Видишь, не отпустил ногу. Подвигаться. Чуть-чуть подвигаться. Андрей опять остановился. Сорви захват, не надо в захвате бегать. Сорви, раз, сорвал, пошел. Время. Право, головки. Дальше, Слава, дальше. Ноги и отпустил, да? Есть такое хорошее положение? Красавец. Ничего, ничего, Славец. Ничего, работай, 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 работай. Не обращай внимания. Упал, страханулся, встал, опять пошел работать. Просто работай. Тебе не надо выигрывать схватку эту. Тебе надо движение. Раз подвернулся, раз есть захват, подвернулся. Раз. Тебе просто подвигаться надо. Вот так, хорошо. Раз ручку сверху сел, ноги запустил. Раз болевой пошел. Вот она рука. Вот. Взял бы другой рукой, сделал бы. А сейчас Мате. Вова, надо оторвать его. Оторвать надо, только тогда Мате. Хорошо, Виталя, правильно. Колени, ты стоишь в койке. Колени, если он упадет. Ты тоже считается бросок. Считается оценка. Шел, ушел, Славик. Хорошо. И не просто, а сразу ногами от него. Вперед! Слава, активнее. Меняй захваты. Пошел сюда, раз, отсюда мельницу показал. Не обязательно бросок делать. Активно за счет попыток делать движение. Раз, отпусти. Вот. А где переворот? Осторожно. Где переворот? Вот ты сейчас бы сделал икон. Руками, руками, чик-чик-чик-чик-чик, все время руками. Что там? А что делать? Павел, да? Вот. Сколько там времени? Опять подсечкой, подсечкой. Копа, встал опять, копа. Время. Если можно чуть-чуть там, да.